Карабах Азербайджандыр. Сегодня вы доказали, что своей силой, своим упорством и готовностью десятки лет идти к одной цели, к национальной цели, под руководством и Гейдара Алиева, и Ильхама Алиева, вы доказали, что сегодня можно добиваться того, чего хочет народ, достигать своих целей. Я хочу поздравить вас с этим праздником. Я верю, что в ближайшие месяцы мы увидим, что, наконец, над Южным Кавказом полностью взойдет солнце мира, наступит эра сотрудничества, если не братских, то хотя бы соседских отношений, которая пойдет на пользу всем. Поздравляю вас, дорогие друзья. И я желаю, чтобы вот эта звезда путеводная, которая взошла над Азербайджаном, и дальше десятки, сотни лет освещала ваш путь на пути независимости, суверенитета, национальных интересов и, конечно, дружбы с близкими вам державами и народами. С праздником вас, дорогие друзья!